Так, Сатурн. Сатурн, господи, 14 сентября 2020 года в Харькове снимаю. 19.56 по Киеву. Настройки автоматических фотоаппарата Nikon Coolpix 5000 снимаю. 1 408 000 000 километров до Сатурна. И он сближается с Юпитером на небосводе, на который я сейчас и наведусь. Вот он. Всех в один кадр втиснул. Ну, по-моему, видно даже на экране. Уже они помещаются в один кадр. И светочувствительности фотоаппарата хватает для того, чтобы их зафиксировать. А будут они все ближе и ближе. 21 декабря сольются воедино. Да, в окуляры я рядом с Сатурном даже Титан, по-моему, видел. Может, меня, конечно, зрение обманывает, или выдаю желаемое за действительное. Но, по-моему, как раз справа по направлению эллипса колец. Я только что в окуляре видел. Титан. Так, это был Юпитер. И куда-то он бежал, сейчас найдем. Ну вот здесь при таком режиме съемки автоматическом полос на Юпитере, конечно, не видно, засветка идет, но зато совершенно четко видны все 4 ганимедовых спутника. Из 64 спутников Юпитера справа виден самый крупный Ганимед, дальше идет парочка сладкая, сначала Каллисто бледненький, потом спутник Ио, потом Юпитер. Ночью леса фонарь огромный, аптека. И слева Европа. Ждем, когда в декабре сблизятся. Юпитер, 21 декабря, Юпитер и Сатурн будут сольются в одну звезду для наблюдателя с Земли. Так, с ними большая медведица. Ладно, бог с ним, с большой медведицей. 14 декабря 2020 год, Харьков.